много не буду говорить. Просил передать такое, чтобы, говорит, все сестры шли за Господом. Вот это, говорит, самое и важное поздравление. Вот, сейчас мы вручим подарки. Давай, выходи. Спаси Христос вам за все ваши труды. Это истинный женский день настоящий. Хороший. Варлам, быстрее не спи, быстрее. Вот, ну давай, идешь-ка. Не видит. Давай, Йорка. Помогай. Держи дальше. Быстрее раздавай, раздавай дальше. Сегодня приходите на занятие в час. Там еще батюшка кое-что просил передать. Ну все, сегодня, наверное, мужчинам надо быть особо повнимательней. Может быть, там посуду помыть, приготовить. Только сегодня, да? Да. Ну, нет, сегодня особо повнимательней. Ну все, Иисусе Христос всем. Иисусе Христос. Это мамина. Мамина, дай ей. Поддержала его. Да. Я ж, давайте, сестры, все фотку сделаем где-нибудь вот напротив берез там. Пойдем. Брат маленький. Пойдем. Матушка, подождите, матушка. Кепку не взял. Виноват. Боком встанете и все, цветочками закройте, вас не видно будет. О, дядя. Так, раз, два, чир. Я сыр. Женский день. Смотрите, сюда вот так еще. А матушка Людмила. Раз, два, сено дает. Не любит фотографироваться. Вот, еще одна фотка. Все. Красиво. Фотки красивые будут. О, Христос. А я матушка Кирилла, у меня уже такая есть. Я думала, ты скинула. Так, а где вот это? Слава Христу.